Я тоже когда-то спрашивал у отца, как мне любить людей. Když jsem se také ptal otce, jak mám milovat lidi. Одна сестра меня спросила недавно. Jedna sestra se mě nedávno zeptala. Про этот вопрос. На тут отказ. Вы здесь? Се тари? Я вам скажу практически, практически очень ход, как любить людей. Рекну вам практически, как миловать людей. Который у меня получилось освоить. То, что сам си освоил. Вам интересно? Займа вас то. Так вот, одна сестра меня спросила, почему у меня так получается? Jedna sestra se mě zeptala, proč je to se mnou takto? Что когда я говорю людям то же самое, что и ты, že když říkám lidem to stejné, co ty, они на меня злятся. Tak oni se na mě zlobí. А когда ты говоришь, ale když ty to říkáš, они говорят, о, Андрей полон любви. Так, они říkají, Андрей je plný lásky. Говорит, ну мы говорим одно и то же. My říkáme to stejné. Я говорю со всей доброжелательностью к ним. Я же хочу им добра. Я им то říkám, просто я хочу про ně то nejlepší. Но они на меня злятся. Ale oni se na mě zlobí. А когда ты говоришь то же самое, они говорят, о, он полон любви. Ale když ty říkáš to stejné, tak oni říkají, on je plný lásky. Vám interesno, proč tak происходит? Zajímá vás, proč se to tak děje? Это не потому, что я добрее, чем эта сестра. Není to proto, že bych byl lepší než ta sestra. Но все решает всегда откровение, ребята. Ale vždycky všechno řeší zjevení. Я поделился с ней этим секретом, она была очень рада. Já jsem se s ní podělal tím tajemství a ona byla velmi ráda. И она говорит, я никогда так не думала. A ona říká, nikdy jsem si to nemyslela. Отец дал мне способ быть охваченным любовью к людям. Otec mě dal způsob, jak být uchvácen láskou k lidem. Вы готовы услышать это? Jste připraveni to uslyšet? Wow! 2 Коринфянам 5 глава. 2 Коринфянам 5 капитола. 14 стих. 14 верш. И дальше. А дал. Здесь написано, ибо любовь Христова. Tady je napsáno, neboť Kristova láska. Объемлет нас. Нас objímá. Тех, кто рассуждает так. Ты, кто přemýšlí takto. Он буквально говорит, что любовь, она охватывает всех, кто мыслит следующим образом. Он doslova říká, že láska uchvacuje ty, kteří přemýšlí následujícím způsobem. Каким способом? Jakým způsobem? Вот таким. Takovýmto. Если один умер за всех, jestli jeden zemřel za všechny, то все умерли. Tedy všichni zemřeli. Я читал это место раньше 1000 раз. Dřív jsem toto místo četl 1000krát. И дальше здесь расшифровывается, говорит, а Христос за всех умер. A dál se to tady rozšifrovává, Kristus zemřel za všechny. Чтобы живущие не для себя жили. Aby ti, kteří žijí, nežili pro sebe. Вы слышите? Слышите? Писание говорит следующую тайну. Она говорит, смотри, вы же все знаете, что во Христе вы умерли. Письмо říká toto tajemství. Podívej, všichni víte, že v Kristu jste všichni zemřeli. И вы должны знать, что вы не просто умерли, как грешники. A musíte vědět, že jste nezemřeli jako hříšníci. А Христос ведь умирал за всех. A že Kristus zemřel za všechny. И это означает, что ты в нем умер также за всех. А то знамена, что ты си в нем замжал таке за всехни. Я помню, я когда услышал, у меня взрыв просто в голове произошел. Když jsem to uslyšel, tak в моей голове был выбух. Я спросил, отец, ты хочешь сказать, что я во Христе умер за всех этих людей?
Řekl jsem, oče, ty chceš říct, že jsem v Kristu zemřel za všechny ty lidi? Он показал мне это место, говорит, это то, о чем я говорю. A on mě ukázal to místo a říká, to je to, o čem mluvím. Если один умер за всех, то и все умерли за всех. Если один zemřel za všechny, так všichni zemřeli za všechny. Друзья, мы все умерли друг за друга. Přátelé, my jsme všichni zemřeli za toho druhého. И я спросил у отца, а как это работает на практике? Zeptal jsem se otce, a jak to funguje v praxi? И он мне сказал, посмотри на каждого из этих людей, как на того, за кого умер лично ты. A mě řekl, podívej se na každého z těch lidí, jako na toho, za kterého jsi ty zemřel. Будешь ли ты ненавидеть того, за кого ты умер? Budeš nenávidět toho, za koho jsi zemřel? Ты отдал самое главное, свою жизнь. Jsi dal to nejdůležitější, svůj život. Поэтому здесь написано, чтобы живущие уже не для себя жили. A proto je napsáno, aby ti, kteří žijí, nežili pro sebe. И в этом заключается, друзья мои, секрет. A v tom je, přátelé, v tom spočíváme tajemství. Гарантированной охваченности любовью. Zaručeným uchvácením láskou. Он говорит, если ты рассуждаешь так, On říká, jestli tak to přemýšlíš, то любовь Божья объемлет тебя, она охватывает тебя. Так, Божья ласка тебя объема, она тебя ухватит. И он говорит, потому что, в 16 стихе, потому больше мы никого не знаем по плоти. А в 16 верши říká, proto víc уж никого не знаем подле тела. Моя плоть против твоей плоти. Мое тело, а твое тело. Почему? Потому что сегодня ты уже с позиции. Proč? Protože dneska už jsi v pozici. Того, кто плоть свою отдал за ни. Toho, kdo dal své tělo za ně. И Дух Святой, когда ты так мыслишь, когда ты такую мысль в себя допускаешь, a když tak přemýšlíš, když připustíš takovou myšlenku, Дух Святой начинает обильно высвобождать любовь на тебя. Дух Святый začne hojně na тебе uvolňovat lásku. Ощутимо. Я хаматательне. Она написана, охватывает тебя, объемлет. Я написано, что она тебя обима, что тебя ухватывает. Точно так, как какая-то мысль, она приводит в движение чувствование духовное. Упомяни стене, как некая мысленка приводит до погибу духовные поцити. Но если ты хочешь быть охвачен любовью к людям, затронут этой любовью. Если хочешь быть ухвачен лаской к людям, чтобы тебе переключиться с твоей неприязни. Aby se přepaste nepřízně k lidem. Тебе надо подумать такую мысль. А я ведь умер за тебя. Tak musíš si pomyslet takovou myšlenku. Vždyť já jsem за тебе zemřel. И тебе больше не захочется драться, что-то отбирать. A víc už se nebudeš chtít rvát něco, u někoho vzít. Что-то доказывать. Něco dokazovat. Потому что ты уже все доказал. Protože už si všechno dokázal. Написано, что любовь Божья, она доказана. Je napsáno, že Boží láska je dokázána. На кресте. Na kříži. И поэтому, когда ты знаешь, что ты эту любовь уже доказал. A proto, když víš, že jsi tu lásku už dokázal. У тебя возникает трепетное чувство, желание. Tak u tebe vzniká takový pocit bázně a touhy. Ничего больше не портить. Už víc nic neskazit. И любовь остается любовью. A láska zůstává láskou. Вот такой секрет. Такое таймсви. Поэтому, когда ты слава Божья. A proto, když jsi Boží sláva. Вы знаете, что некоторые пастора, которые воевали против меня. Víte, že někteří pastoři, kteří proti mě bojovali, oni говорили, o, ty не Христос. Oni říkali, o, ty nejsi Kristus. Я говорю, я доказываю, что ты Христос. Já říkám, já dokazuji, že ty jsi Kristus. И они говорят, мы не Христос. A oni říkají, my nejsme Kristus. Я говорю, почему? A říkám, proč? И они говорят, но
он умирал на кресте, а я-то нет. Они сказали, но он умирал на кресте, а я не. Я говорю, а вы читали вот это? А я říkám, а četli jste toto? Что если один умер, то все умерли. Že jestli jeden zemřel, tak všichni zemřeli. А где умерли? А где zemřeli? На кресте. На кресте. Я говорю, вы не читали, что людям нужен искупитель? А, říkám, а нечетли jste, že lidé potřebují vykupitele? А вы им предлагаете искупленного? А вы им набизите выкупленного. Когда я иду к людям, я хочу, чтобы они видели искупителя, а не искупленного. А когда иду к людям, так хочу, чтобы видели выкупителя, а не выкупленного. Когда я иду к людям, я хочу, чтобы они видели умершего и воскресшего. Když jdu k lidem, tak chci, aby viděli toho, který zemřel a byl vzkříšen. A ne spasenného hříšníka. A ne spaseného hříšníka. Когда я иду к людям, я хочу, чтобы они видели того, кто не для себя живет. Když jdu k lidem, tak chci, aby viděli toho, kdo nežije pro sebe. A это тот, кто умер за них. A to je ten, kdo za ně zemřel. Поэтому вот секрет ощущать любовь к людям. A tady je tajemství to, jak cítit lásku k lidem. Ты будешь охвачен этой любовью. Budeš uchvácen tou láskou. Если будешь знать, что ты пришел к ним не как учитель. Если будешь видеть, что я к ним не пришел как учитель. Не как лидер домашней группы. Nebo jako vedoucí domácí skupiny. А как тот, кто умер за них. Ale jako ten, kdo za ně zemřel. И тот, кто умер за них, он появился со словами «радуйтесь». A ten, kdo za ně zemřel, tak se objevil se slovy «радуйте se». Когда ты приходишь в таком качестве, ты всегда несешь радость и любовь. Když přicházíš v takovém stavu, v takové pozici, tak vždycky přinášíš radost a lásku. И даже если выговариваешь им что-то неприятное. A dokonce, když jim říkáš něco nepříjemného. Они могут думать про тебя, он сегодня сердитый. Oni mohou si o tobě myslet, no dneska se zlobí. Но все равно я знаю, что он меня любит. Ale stejně vím, že mě má rád. Вот такой секрет. Такое это таймство. Поэтому я хочу, чтобы ты сначала переломал в себе это неправильное знание. A proto chci, aby zpočátku v sobě zlomil to nesprávné poznání. Прямо вот подними сейчас свою руку. Pozvedni teď svou ruku. Закрой свои глаза. Zavři oči. И скажи со мной эти слова. A řekni se mnou tato slova. Ко всем, кому иду я. Ke všem, ke komu jdu. Все люди, с которыми я встречаюсь. Všichni lidé, za kterými se setkávám. В моих глазах, как те. Jsou v mých očích jako ti. За которых умер лично я. За které jsem zemřel. И поэтому я имею право чувствовать любовь к ним. А proto mám право к ним cítit lásku. Любовь охватывает меня к ним. Láska к ним mě uchvacuje. Потому что я живу не для себя. Protože já nežiju pro sebe. Я живу как умерший и воскресший. Žiju jako ten, kdo zemřel a byl vzkříšen. Я принимаю эту любовь. Přijímám tu lásku. Как свою одежду. Jako svůj oděv. Потому что любовь объемлет меня. Protože ta láska mě objímá. Amen. Amen.